развитие картофелеводства предоставлены достижения отрасли картофелеводства ФАНО Российской Федерации. Здесь на данном стенде мы представляем образ как бы вхождения фундаментальной науки, как она продвигается в сельское хозяйство и внедряется в производство. На дальнем там столе находятся микрорастения, оздоровленный материал, из которого потом получаются мини-клубни. Это первая ступень семеноводства. Вот, оригинальное семеноводство, мини-клубни, с которых в последующем происходит дальнейшее развитие семенного материала картофеля. Первый полевой, супер-супер-элита, супер-элита и элитный материал. В дальнейшем этот картофель поступает массовым производителям, которые занимаются уже переработкой картофеля. Либо выращивают его для населения, либо само население, либо перерабатывают картофель фри, чипсы, вакуумированный картофель. По данному направлению наш институт занимается выведением сортов, пригодных, наиболее пригодных для переработки по этим же направлениям.